Сегодня в Волгограде на базе бывшего ДК Петрова, а ныне комплекса культуры и отдыха Советского района, состоялись плановые пожарно-тактические учения спасателей. В ходе них оценивалась готовность личного состава оперативно действовать при тушении пожаров на объектах соцкультбыта. По замыслу учений, во время спектакля из-за короткого замыкания огонь вспыхнул прямо на сцене. Пламя распространилось на декорации, в зале образовалось много дыма. Артисты и зрители оказались в опасности. По тревоге к месту ЧП прибыл дежурный караул. Оценив обстановку, спасатели сначала эвакуировали людей, оказавшихся в здании, потом потушили условный пожар. Согласно плану профессиональной подготовки, были проведены показные пожарно-тактические учения на объекте Центра культуры и отдыха Советского района Волгограда, в ходе которых были отработаны действия личного состава по тушению пожаров в данных объектах и, самое главное, это спасение людей. В операции по ликвидации пожара были задействованы 35 спасателей и 11 единиц техники. По оценке организаторов учения, с поставленной задачей личный состав справился.